Я считаю, что это утверждение отчасти справедливо. Не то чтобы они совсем непригодны, но вам придется прилагать очень много усилий для того, чтобы держать женщину в тех рамках, которые вы для нее установите. Для того, чтобы отношения были для вас комфортными, женщина должна вас слушаться и не создавать вам проблем на ровном месте. Учитывая, что средства массовой информации, различные ток-шоу, кинофильмы и устоявшиеся в обществе мнения с детства внушают девочке, что она должна смотреть на мужчину сверху вниз, заставить ее себя вести так, как вам нужно, потребует от вас больших усилий. Если вы чувствуете, что можете справиться с этой задачей, то тогда по большому счету нет разницы, откуда брать женщину, потому что женщины везде одинаковые. И даже в том случае, если вы привезете себе женщину из региона с другими культурными традициями, то через какое-то время она неизбежно начнет себя вести точно так же, как все остальные женщины, которые родились и выросли здесь. У женщины нет внутренних механизмов самоконтроля, и воспитание эту проблему не решает. Женщина ведет себя так, как ей позволяет среда, в которой она находится. На любом порно-сайте вы можете найти огромное количество женщин, которые родились и выросли в исламских странах. Но как только они покинули родину и оказались в другой культурной среде, то сразу же стали вести себя так же, как и все остальные женщины, которые их там окружают.